Конец прошлой недели в Алматы украсил ансамбль The Magic of Nomads, порадовавший ценителей музыки на новенькой арт-площадке южной столицы. В прошлый раз руководитель коллектива Газиза Габдрахимова говорила о серии запланированных концертов. Ближайший из них состоится в столице. В ближайшее время у нас большой концерт планируется в Астане совместно с азербайджанской этно-джазовой группой. Вот они тоже работают в нашем направлении. Состоится это выступление в июне. Кстати, хорошая новость для тех, кто не попал на концерт «Намада» в оперном театре. Скоро этот перформанс будет готов к показу в эфире. Причем не только на территории Казахстана. Сейчас вот ведем переговоры с Великобританией, с Америкой, с Германией и с Китаем. Надеемся, что переговоры завершатся положительно, и ждем новых выступлений.